Ну что, Алматы-арена на ваших экранах. Вторая игра между Алматы и Арланом. Интересный матч мы посмотрели с одной стороны, да, если смотреть со стороны Арлана. Что касается Алматы, очень такой средний первый период, где команда моментами атаковала, моментами включалась, эпизодически получались очень неплохие атаки, броски в створ были, да. Но это все, что смогли предложить подопечные Андрея Спиридонова. Ни одной заброшенной шайбы мы в первом периоде не увидели. Команды старались, пытались, но ничего достичь не удалось. Голы уже пришли во втором периоде. И на самом-то деле первая заброшенная шайба была заброшена в большинстве. Тогда еще ворота защищал Николас Вилардо. На самом деле в первом периоде большая заслуга, что Алматы не пропустили. Это именно заслуга Николаса Вилардо. Вот он, заброшенный гол, да, в ближний угол он пропускает. Естественно, это шайба вратаря. Менщиков, автор заброшенной шайбы, Зубов у него в ассистентах. На 29-й минуте это случилось. Ну, и все. Во втором периоде больше заброшенных шайб не было. Но по игре Арлан смотрелся здорово. Потому как после заброшенной шайбы Алматы вообще перестал атаковать и что-то придумывать в атаке, и старался лишь шайбу из своей зоны вывести. На 45-й минуте уже третьего периода Евгений Каролинский забрасывает вторую шайбу, и она также была заброшена в большинстве. Затем уже 0-3 счет становится спустя там полторы минуты. Карабань забрасывает. Эти заброшенные шайбы были все в большинстве. Счет 0-3 становится. Сначала 5-3 реализуют, потом 5-4. И все это подряд. Ну а затем уже 0-4 счет становится совсем неприличный. Колесников забросил. Гребенщиков и Дюкарев у него в ассистентах. Казалось бы, куда еще больше, да? Куда разгромнее может быть счет. Но в третьем периоде, тем более, Алматы начал довольно неплохо. Трижды бросил в створ по воротам. И была такая надежда у болельщиков Алматы, что они смогут отыграться. Но зарабатывает штрафной бросок Каролинский. Его же сам реализует. 0-5 счет становится. И всем становится понятно, что Алматы уже не сможет ничего предложить сопернику. Что и случилось. А в итоге еще и шестая шайба побывала в воротах Алматы за 15 секунд до конца третьего периода. Гребенщиков, автор заброшенной шайбы. Ну и окончательный счет этой встречи 0-6 становится. Неприличный разгром от Арлана. Ну и Алматы готовится будет уже к Иртышу. Ну а Тимура Мейдера поздравляем с сухарем. На сим все. Спасибо за внимание. Любите хоккей, смотрите хоккей. До новых встреч.